смотрим вверх, накладываем, закрываем. И у нас остаются все ряды. Смотрите, как работать только исключительно с нижним рядом. Тут немного сложнее, чем просто с верхним. Верхний очень просто отделять, нижний чуть сложнее. Мы захватываем кончики ресниц и приподнимаем их наверх. Захватываем кончики ресниц, переворачиваем и приподнимаем их наверх, фиксируя здесь пластырь, да? У нас получается, что мы приподняли все верхние ряды, и у нас автоматически будут выскакивать все нижние ряды. Если вам недостаточно каких-то ресничек, вы можете самостоятельно их достать, да? Мы достаем их, очень удобно это наращивание для декора. Если вы хотите сделать нижний ряд определенно каким-то цветом, то это очень круто смотрится в декоре. Достали нижний ряд, проработали зеленым, затем отпустили полностью все ряды. Обратите внимание, что это не неприятно. Есть такой пластырь, называется пластырь для декора. Он очень легкая, липкая здесь часть, он легко снимается, легко одевается, поэтому мы клиенту не приносим абсолютно никакого дискомфорта. Вы сняли все реснички и дорабатываете уже только верхние ряды. От этого ваше наращивание получается очень воздушным. Когда вы работаете с рядами, получается ровная, красивая линия и очень воздушное наращивание. Поэтому еще раз вам показываю, берем пластырь, приподнимаем все реснички и фиксируем его здесь навеки. Достаем только нижние ряды. Смотрите, если получилась вот такая ситуация, у вас выскочили где-то, вы можете взять еще кусочек пластыря и прицепить их здесь, либо переклеить его. То есть это несложная математика, работаем ручками, развиваем хорошо нашу моторику. Всем приятного просмотра, до скорых встреч, новых видео!